Здравствуйте, в эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева-Черкесия». Сегодня второй день выборов. Жители Карачаева-Черкесии проявляют активность, идут на избирательные участки с семьями. Напоминаю, желающие могут принять участие в конкурсе фотографий и видеороликов «Республика выбирает будущее», которое проводится избирательной комиссией республики в 5 номинациях. Голосуем всей семьей, выбор молодежи, национальный колорит, голосуют старшие поколения на выборы как на праздник. Участниками могут стать жители, пришедшие на избирательный участок в дни голосования на выборах президента Российской Федерации 15, 16 и 17 марта 2024 года. Условия конкурса размещены на сайте избирательной комиссии Карачаева-Черкесии с 20 по 30 марта. Конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителей. Цветы, подарки и слова благодарности. В Черкесске праздничное мероприятие прошло. Члены Совета Федерации Ахмат Салпагаров, Крым Казануков и спикер парламента республики Александр Иванов встретились с мамами волонтеров и военнослужащих. С торжества Альбина Ламкова. Поддержка очень хорошая. Даже вот когда мы вот здесь вот собираемся все, ну, какое-то отвлечение идет. Что я могу пожелать? Мамочки, главное не плакать. Вот только не плакать, помогать им сердцем, душой, потому что они же это чувствуют и тоже переживают за нас, как и мы за них переживаем. Конечно же, главная цель таких встреч – внимание. Торжественное мероприятие подготовлено организацией «Молодая гвардия». Волонтеры записали душевное видеообращение к своим мамам. В нем звучали слова благодарности. Затем сенатор Российской Федерации Крым Казаноков и Ахмат Салпагаров поздравили с праздником присутствующих женщин, отметив их значимость в различных сферах жизни, включая достойное воспитание детей. Выразили огромную благодарность за их заботу, чуткость и неравнодушие. Спасибо за ваших детей. Они занимаются очень серьезным делом. Добрые, отзывчивые, бескорыстно помогают в больших и малых делах повседневно и в трудную минуту. И не только это, они своим примером учат и других детей тоже. Волонтеры в нашей стране выполняют большую роль. Особую благодарность выразили тем, кто сейчас отстаивает интересы нашей страны в зоне проведения специальной военной операции. Да, время непростое, но молодежь смелая и храбрая. Будущее нашей страны в сильных руках, отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», спикер парламента Карачаева-Черкесии Александр Иванов. Мы сегодня собрались по случаю поздравления с 8 марта, ну, несмотря на то, что оно прошло, но тем не менее мы не можем оставить без внимания тех женщин, тех мам, чьи дети сегодня активно участвуют в жизни республики. Сделать торжество ярким и запоминающимся помогли выступления детей. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, «Вести Карачаева-Черкесия». Их лица скрыты под масками, люди знают лишь их позывные, и они оказывают колоссальную поддержку бойцам СВО. В Черкесске чествовали волонтеров, которые специализируются на оказании гуманитарной помощи бойцам СВО и имеют более 3000 подписчиков со всего мира. Мадина Каракетова подробнее. На приглашение от руководства Карачаева-Черкесского регионального отделения КПРФ волонтерская группа «Don't Stop War» отозвалась с удовольствием. Причиной этой встречи стало вручение активистам юбилейных медалей, выпущенных Центральным комитетом Коммунистической партии специально к 80-летию Донбасской наступательной операции. 80 лет назад, в 1943 году, наши отцы, деды освобождали вот этот Донецк от фашистской Германии. И вот эта медаль, которая учреждена, она символически тем ребятам, мы должны вручать, я считаю, что которые спустя 80 лет опять-таки очищают эту луганскую, донбанскую, сейчас мы говорим, Новороссию, землю от фашистов. Поэтому с большим удовольствием я хочу вручить медаль 80 лет Донбасской наступательной операции Сантино, руководителю группы. Карачаево-Черкесское региональное отделение КПРФ оказывает поддержку гуманитарными грузами военнослужащим, принимающим участие в СВО практически с первых дней. Благодаря этой деятельности и состоялось знакомство и дальнейшее сотрудничество руководства и членов Компартии с разными благотворительными фондами и инициативными группами, которые также помогают СВО. Деятельность Don't Stop War поразила своими масштабами. Мы хотели сделать какое-то определенное противоречие, поэтому назвали нашу группу «Не останавливайте войну» с тем посылом, то, что пока специальная военная операция и задачи не будут доведены до полного масштаба, мы ее в любом случае не остановим.
Развивать мы начали все вместе, как бы все мы, ну, как вы можете понять, мы росли вместе, мы с самого детства друзья, и поэтому как бы решили то, что весь этот проект, так называемый, будем вести коллективно и так далее. И есть некоторые нюансы, которые определенные, которые мы не можем доводить, показывать на тех же самых видео, по причине того, что мы являемся все-таки гражданским, мы не военнослужащие и так далее, но суть в том, что наш функционал не акцентирует внимание только на гуманитарную помощь. Руководитель группы Сантина в ответном слове поблагодарил руководство Коммунистической партии за высокую оценку их деятельности. Don't Stop War образовалась буквально через несколько дней после объявления специальной военной операции. Сантина и несколько его друзей в числе первых оказались на передовой с гуманитарным грузом. Молодой человек рассказывает, что в первое время в сознании людей царил некий хаос. Россияне не до конца понимали, что происходит. В войсках также была напряженная обстановка. И все это рождало ничем не подтвержденные разнотолки происходящих в стране политических процессов. Там уже рассказывали, что миллион погибших, но вы, наверное, прекрасно об этом слышали. Да. Никто там не сказал, ты что у нас говорит. Ты что у нас говорит, умеешь разговаривать? Говорит, выйди в прямой эфир в ТикТоке. Я говорю, да я даже там не сидел. Мне создали аккаунт, подписали его. И все, каким-то образом вышел в прямой эфир. И там, если не ошибаюсь, зашло сразу туда 12 тысяч человек. Я не знаю, как это произошло, но 12 тысяч человек зашло. И как-то я периодически из возможности, я выходил в эфир и просто говорил, все нормально, объяснял, какая ситуация и так далее. А было куча сообщений, куча людей интересовалась вообще, что происходит. Каждому было интересно узнать за своего сына, за отца, там, за брата. И я как бы старался как-то разорваться и что-то для этого сделать. Выступления стали резко набирать многочисленные просмотры, и было принято решение о создании специального телеграм-канала, первоначальной целью которого было рассказывать правду об СВО из первых уст и предотвращать в силу возможностей панические настроения как среди военнослужащих, так и их семей. Постепенно канал приобрел другой статус, и группа стала заниматься сбором гуманитарной помощи. Сегодня у Don't Stop War более 300 тысяч подписчиков со всего мира. Они оказывают помощь как военнослужащим на передовой, так и детским домам и госпиталям. И суммы этой помощи исчисляются миллионами. 500 000 000 рублей, уточняет Сантина. На эти деньги приобретается оружие, вспомогательные устройства и все, что необходимо в условиях СВО. Волонтер инициативной группы «Зов Родины» Лилия Шуштаева, также приглашенная на встречу, отметила, что поражена масштабами проводимой Don't Stop War работы. Одна из последних поставок – 7 джипов и пикап Mitsubishi L200. Но самое трогательное в этой деятельности – передача солдатам лично в руки посылок от их матерей. И это не может не восхищать, сказала Лилия Шуштаева. А я так горжусь нашим знакомством, если бы вы знали. Можно одну минуту. Это все благодаря неравнодушным людям со всего мира, прокомментировал Сантина. Без них наша деятельность не имела бы смысла. Мадина Каракетова, Ренат Муков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. В кинотеатрах страны в большой прокат вышел художественный фильм режиссера Ильи Казанкова «Позывной пассажир». Картина создана при поддержке фонда кино в партнерстве с телеканалом «Россия». В ней рассказывается о начале боевых действий в Донбассе. В основу сюжета лег роман Александра Плуханова «Убийство городов». Событие разворачивается в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь. Горы и кони. В курортном поселке Домбай прошел этнофестиваль под таким названием. В рамках мероприятия прошла и презентация книги «Шагающие над облаками на карачаевской лошади сквозь века». Была представлена и фотовыставка известного фотографа Ольги Бабенко «Крылья джигита». Алихан Лепшуков. Подробнее.
Этнофестиваль «Кони и горы» – это увлекательное погружение в мир традиций и истории. Организаторы Карачаево-Черкесский госуниверситет и апарт-отель «Таукель». Исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов подчеркнул, что площадка уникальна. Здесь каждый может окунуться через многовековую любовь карачаевской лошади в богатое культурное наследие народа. Сегодняшняя выставка – это попытка системного подхода презентации части, важной, значимой части культуры нашего народа. И здесь, конечно же, если мы говорим о системности подхода, то здесь будет выставка шорного искусства, конечно же, выставка фотохудожника, известного фотохудожника Ольги Бабенко, которая изъездила, прошагала по нашим горам 15 лет, собирала 100 тысяч фотографий. И, конечно, центральная часть нашего сегодняшней выставки, презентации, это презентация книги Шарафаттина Саитовича Узденова. Учредитель апарт-отель «Таукель» Борис Пиджанибеков подчеркнул, что данная выставка – настоящее украшение на фестивале. Подобные мероприятия они планируют организовывать как можно чаще. Лошади – это, я согласен с выражением, что это вдохновители. Они умеют вдохновлять невдохновленных. Горы – это тоже сами собой вдохновляют, а лошади еще добавляет к этому вдохновение. В рамках этнофестиваля прошла презентация книги автора «Шагающий над облаками на карачаевской лошади сквозь века» Шарафаттина Узденова. В этой работе отражено становление карачаевской породы лошадей, а также история, культура и традиции карачаево-балкарского народа. На спине вот этой лошади практически выезжаешь в самую глубинную историю нашего народа. Карачаево-балкарскому миру, известному, обоснованному раскопками и так далее, и письменами 33 тысячи лет. И оно совпадает с выводами Клёсова, Ахмата Глашева и так далее. Ахмат извинялся, что сегодня не смог приехать, не вылетел из Москвы. Второй момент, о чем я хотел бы сказать, что вы сами знали, что мы осколок великой цивилизации. Для гостей на фестивале были организованы различные мастер-классы по войлоку, керамике и шорному ремеслу. О горском этикете обращения с конем и традиционных правилах седлания рассказал знаток и хранитель карачаевских традиций Думай Хаджи Салпагаров. На втором и третьем этажах разместились выставки фотохудожника Ольги Бабенко «Крылья Джигита» и членов кафедры декоративно-прикладного искусства КЧГУ. Алихан Лепшоков, Мидина Джанкёзова, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Домбай. Еще раз напоминаю, сегодня второй день выборов президента России. К жителям обращаются сотрудники Управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии с просьбой проявлять бдительность в случае появления лиц, вызывающих подозрения своим внешним видом и поведением, а также обнаружения предметов, оставленных без присмотра, особенно в местах массового скопления людей. Просьба незамедлительно сообщать об этом по телефону доверия 26 70 00, действующему круглосуточно. Анонимность гарантируется. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи!